обратиться ко всем нашим партнерам. Мы рассчитываем в ходе этой работы, в том числе и по поиску и наказанию преступников, на всех наших друзей. Мы будем действовать в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, предусматривающих право государств на самооборону. Все, кто попытаются оказать содействие преступникам, должны знать, что последствия от попыток такого укрывательства будут лежать полностью на их плечах. Я прошу все наши специальные службы сосредоточиться на этой работе.